Давайте напишем историю, а кто ее будет читать? Критерии и категории о нынешнем прошлом листать. Нам наше свое не читалось, хотелось того, что потом о чем-то и кем-то считалось и думалось за святом. А нам глубоко и до фени искания и миры мы сами себе назначали пределы миров и игры, и жизни свои проживали, не хочется и вспоминать. Историю написали, как правильно умирать. Но все, что мы делали плохо, и этого не смогли. Нам даже не разобраться, как вы были из игры. И долго дожить пытались в расщелине всех миров, изгонные Робинзоны в заброшенных островах. Историю мы напишем, а кто-то потом прочтет ошибки длиною в жизни, быть может, свой учет. И мы им заслужим службу ценою непрожитых лет. В истории остается всегда какой-то след.